Доброе утро всем. Вот я решила показать мой балкончик. Вот такой балкончик перед домом. У нас только что ночью прошел дождик. Вот моя дверь. Добро пожаловать. Всегда рада гостям. Заходите в гости. Вот такая. Да. Забор не очень красивый, но мы его будем убирать в этом году. Там соседи со своей стороны поставили другой забор. И сказали, что если мы хотим, можем старый убрать. Мы не ставили забор, забор так был. Мы покупали дом двойным забором. Там моя бордер. Вид с моих дверей. И вот дальше балкончик пошел. Такие папоротники у меня. Рождественники. И моя герань. Очень красивая, которую я сама вырастила из семян. Какая красота. Так, балкончик моего героя. Цветет. Не так обильно, как хотелось. У нас колибри здесь прилетает. Вроде нектар, и я им ставлю нектарин специально для них. Они закончили. Надо поехать в магазин купить. Моя фуксия несчастная. Почему-то она у меня не цветет немножко. Начала и все. Мои рождественники. Такие у меня рождественники. Кстати. Вот этот рождественник у меня уже цвел. Вот еще будет цвести. Такие у меня три рождественника. Там мне подарили. Вижу, как они цветут. Такой у меня цепелец или как он называется. Потому что круто. Полочка с комнатными цветами. Надо сделать порядок на ней. Такой еще у меня. Ладно. Вот. Так, цветочек на балконе. А это моя рождественская звезда. Какая она шикарная, очень шикарная. Скоро ее надо. В прошлом году мне муж подарил на День Благодарения. И она у меня цвела до апреля месяца. И я обрезала ее в апреле, она была совсем-совсем лысая. Без листочка, без цветочка. Я думала, все. Придется выбросить. Когда потеплело, вынесла на улицу. Смотрите, какая шикарная у меня рождественская звезда. Я ее пересаживала. Сейчас в сентябре месяце надо будет посмотреть на ютубе, что надо сделать, чтобы она у меня к Дню Благодарения опять зацвела. Чтобы были цветочки у нее.
Я очень рада, что я смогла ее сохранить. Красная. Обязательно я зимой покажу ее. Вот у меня здесь еще одна фукция. Не цветет она у меня. Юля, если вы посмотрите, пожалуйста, подскажите, что надо сделать, чтобы она цвела. Ой, бегония моя. Клубневая. Тоже такая красавица. И я не могу на ней налюбоваться. Розочки. Прямо розочки. А вот это вообще красота. Вот это как роза. Вот смотрите на одной вот этой. Как роза, другая пустая. Я не знаю, здесь мужская или женская, или как она идет. Почему одна на одной ветке, одна пустая, а одна махровая. Очень красивая. Прямо такая красавица. Желтая окантовка, красная, оранжевая. Очень красивая. У нас соседский двор. Тут у нас вот такая вот эта штука. Колокольчики. Я хочу их возле дверей повесить, потому что здесь написано Bless our home. Благослови этот дом. Ну вот и все. Вот такой балкончик у меня. Еще повернусь с этой стороны, покажу. Еще один у меня вот этот. Вот это в сути, вот эту сторону. Спасибо большое за просмотр. Вот такой у меня балкончик. Чай пью я на ступеньках. Сажусь и пью на ступеньках. Планирую свой сад. Любуюсь и смотрю, что надо переделать в моем саду. Вот такой у меня вид с моего крылечка. Конечно, впереди дорога. Очень редко пью чай здесь. Потому что здесь дорога, машина проезжает. У нас есть терраса. Мы пьем чай часто на террасе. Но здесь я одна, когда планирую свой сад. Сижу, пью чай, планирую сад. Что мне надо сделать, что мне надо переделать. Все, спасибо. До свидания.